Дамы и господа, сегодня мы будем рассматривать необычный объект. Это две совмещенных квартиры. И теперь давайте посмотрим, как это выглядит. Вот это у нас входная дверь. Как вы заходите в квартиру, получается, по левой стороне шкаф. Можно повешать одежду, сложить обувь. Вот, далее у нас здесь удобные полочки для чего-либо. Ну, для цветочков, например. Это у нас санузел, но раздельный. То есть здесь получается только унитаз. Вот, далее мы идем на кухню. В этой квартире получается два балкона. Тоже это вы сейчас все увидите. Вот у нас получается кухня. Смотрите, какой потолок. Трехуровневый. Кухонный гарнитур. Получается коридор, туалет и кухня у нас под плиткой. Продолжение кухни. Столик тут такой. Часики, смотрите, какие часики симпатичные. Далее мы выходим на балкон. Это первый балкон. Он у нас соединен с залом. То есть вот. Вот что у нас на улице. Сегодня солнышко красиво, отлично прям. Вот, можем пройти здесь и выйти в зал. Но я этого делать не буду. Там вот у нас шкафчики, обратите внимание. Вот, далее мы выходим из кухни. Идем опять в коридор. И с коридора уже заходим непосредственно в зал. Вот тут у нас получается. Вот тот выход, который я вам показывал только что со стороны балкона. Обратите внимание, какая здесь сплит-система огромная. Mitsubishi. Потолок в зале тоже двухуровневый. Далее мы проходим во второй коридор, где у нас как бы уже идут все комнаты. Вот мы зашли в коридор, прямо у нас комната. Как видите, это детская. Здесь компьютерное красивое кресло. Шкафчик. Окошко. С правой стороны, это, видите, входная дверь в однокомнатную квартиру, которая в двухкомнатную, то есть получается вход. Ну, они, видите, сделали здесь, получается, дверцы и сделали как там кладовочку. То есть там тоже можно что-нибудь складывать. Дальше у нас после детской мы поворачиваем налево. Здесь у нас спальня. Спальня со вторым балконом. Давайте пройдем туда. Вот. Второй балкон, он поменьше получается. Но они находятся на той же стороне. То есть вот там за стенкой находится длинный балкон, который соединяет там кухню и зал. Разворачиваемся, идем обратно. Вот здесь у нас, получается, вот она кладовка. Здесь у нас санузел. Второй, то есть там просто унитаз, а здесь уже получается унитаз с душевой кабиной. Вот, нагреватель под воду. Стиральная машинка. Душевая кабина, если так ее назовем. Так, закрываем. И последняя комната у нас получается тоже спальня. Вот она такая поменьше. Потолок здесь обычный. Вот, получается, по документам здесь все оформлено. То есть все документы в порядке. Можно как бы за это дело не переживать. Мы предварительно это все проверили. При вас проверим еще раз. Ну вот, в принципе, и все. Горячий ключ Герцена.